18-летняя Алина Максимова, мастер спорта по борьбе. В послужном списке десятки наград с различных турниров. В начале июля в копилку добавилась еще одна медаль. На этот раз с бронзовым отливом. В немецком Дортмунде прошел юниорский чемпионат Европы. Бобруйчанка выступает в весовой категории до 65 килограммов. Одержав две победы подряд над азербайджанкой и полькой, выйти в финал не получилось. И уже в схватке за третье место Алина оказалась сильнее румынской спортсменки 4-2. У меня было 4 схватки за все соревнования. Первые две мне было очень тяжело, я прошла их. И за выход в финал я проиграла представительнице из Украины. Было очень обидно, я вела схватку, и в какой-то период что-то пошло не по плану. К чемпионату девушка готовилась очень серьезно. Ежедневные тренировки по 3 часа, разминка, различные упражнения на ковре, схватки. Есть у Алины и любимые приемы – мельница и проход в ноги. Всегда рядом тренер Ваграм Оганесян, тандему уже 7 лет. Для нее это первая награда в этом возрастном возрасте, потому что она боролась все время по кадетам до 17 лет, где являлась уже серебряным призером первенства Европы и бронзовым призером мира 2019 года. Вот, поэтому сейчас она пришла в другую возрастную группу и там себя проявила. Я считаю, что для нее это очень большое достижение, мотивация. Сейчас у Алины 2-недельный отпуск. После спортсменку ждет подготовка к предстоящему чемпионату мира. Он пройдет в середине августа в России. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск 360.